Доброе утро. Всем привет. Вроде встали в 6 утра, и все равно уже 7.05 или 7.10 даже. 7.06. Фу. Нам еще девочку забирать. Поедем. Поставь к вам. Даже маме 5 дней и 2 часа хватает. Зарядки? Да. Ничего себе. Мы в Кропоткине. На улице чуть-чуть дождь моросит. Прям, я не знаю, там очень-очень-очень мелкий. И от машин все равно грязь, конечно. Утром выезжали, стекло было чистое. Везде танцевальные коллективы стоят. Девчонки, нам на второй этаж. Сказали? Да. Да. Подъезда нету, и очень неудобно. Автобус тоже заехал, потом назад начал сдавать. Я буду папу верить. Нет, надо искать 42-й. Да, 42-й этаж, 42-й. Одни написали 47-й, другие 42-й. Хорошо, нам дали не в коридоре. Саш, это твои? Твои же. Это, наверное, Женины. Там подписано. Вот здесь подписано. А, это же. Большие. Нога уменьшилась. В смысле уменьшилась?
Мы с собой кофе взяли. Два контейнера еды. Дети пакет еды. Чего тут только нету. Я Васе говорю, приехали, как будто, блин, в тайгу. А вот тут напротив Сицилии, но она еще закрыта. Кругом магазины. Ну ладно, мы со своим. У нас еще минут 40 есть. В 10 часов начала. Девчонок я там накрасила, они переоделись. Выходили на сцену, вы уже видели. И мы сейчас кофе попьем, пойдем обратно. Нам обоим уже надо подстригаться. Вот, не знаю, только когда. Всех с праздником, Дню матери, женщин, молодых мамочек, конечно же, которые сейчас с детками. И огромное спасибо за поздравления, которые вы сейчас пишете под видео. Вот, а мы сейчас с Василием Владимировичем пойдем. Время еще, конечно, 40 минут еще до начала концерта. Может, и не концерта, не знаю. Пойдем на сказание. Ну, народ, так-то прилично. Но знаете, за концерт заявлен на 10, а время уже 20 минут, и ничего не начинается. И люди идут и идут. Дорогие друзья, региональное отделение Общероссийской Федерации Искусств, Союз деятелей искусств России при поддержке администрации города Кропоткина Краснодарского края приветствует вас на Всероссийском фестивале-конкурсе сценического искусства «Люблю тебя, мой край». Наш фестиваль проходит по трем направлениям. Thank you.
Три этажа, и все заняты. Вон сколько деток. Все готовятся. Тебя по-другому накрасили, да? Да. Мама, Соня. Ты не стала? А да что? Смотри, у Саши как красиво. Так, все, девчонки, переодеваемся. Танцы закончился. Хорошо, мы вторыми, да? Получается, некоторые участники танца не смогли даже выйти. Очень много народу. И просто-напросто не смогли выйти дети. Екатерина Константиновна сказала,
кто первый танец танцевал, может ехать домой, чтобы не толпиться, не мешать друг друга. От нашего коллектива еще один танец, но там несколько девочек, они остаются, а мы поехали домой. Вот такой костюмчик с севера. С одной стороны, хорошо выступили, да поехали. Это что за чудо? Мы не тут. Ну а ладно, вот тут вокруг обойдем. Не с той стороны вышли. Ничего страшного. С этой стороны можно было парковаться. Ну ладно. Туда? Туда или туда? Ну как вы чувствуете? Вы нормально выступили? Да, я нормально. Ну, я смотрела, красиво. Хотя даже некоторые не вышли, все равно строй не потеряли, ничего не потеряли. Молодцы, профессионалы. Я встала на место за двоих. И за двоих делала. Ну, говорю, так получилось, что не смогли дети выйти. Ну, вот вы вообще круто. Даже незаметно было, что кто-то не вышел. Все нормально. Сюковка говорит сильнее. Да, даже незаметно было. Ну все, поедем домой. Все, пап, давай контейнеры складывать свои. Приехали зимовки. Где ничего нету? Ну зато знаете, как пригодилось? Мы после концерта пришли, все поели. Не надо ничего ждать, бутерброды порезаны. Теперь будем всегда с кошовками вот такими ходить, куда бы ни поедем. Приедем в торговый центр, вытащим все контейнеры и будем есть сидеть. Нет. Понятно? Чё это? Они, знаете, как начали? Мама, мы есть хотим, пойдемте в KFC. Я говорю, нет, у меня есть с собой еда в контейнере. Женя с нами была, она ей мама тоже положила эти бутербродики. Все поели, я в руках унесу уже, ладно. Ой, блин, как палец не сломала. Ай, блин. Вот тебе, блин, все. Смотрите, всю еду обратно тащут. А зато потратили вчера 3000. Что? Это мусор. А? Это, Саша там купила хомяку, как она называется, опилки. Еду купила. Женя, вот еще соберешь, ладно? Жень. Ой, ладно, пошла я. Ой, у нас на улице опять тепло. Плюс 18 где-то. У меня руки заняты. Кто там бабу встречает? Кто мой славный пирожочек? Кто? Матвейка спит. Дай поцелую. Матери, мам. Спасибо, милая. Ты где была? В магазин ходила или дома? Да, собираешься? О, дома хорошо. Я сейчас да? Наверное. Что там прячешь? Где там плетит? Ладно, девочка. Внизу. Подарок? Какого пальчика? В каком пальчике? Правый. Ура, я угадала. А теперь какой? Левый. Ура, я угадала. А теперь какой? Правый, левый. Правый. Правый. Ура, угадала, баба. Семь. Ну. Это мне подарок? Ого! Это ты сама нарисовала? Да. Красиво. Мам, шариков... Неси подарок. Мама, а собери буквы как? Мама. Угу. Я нарисовала шарики. Ой, такой милый котик. Это... Такой толстенький. Он в кружке? Вот. Нет, это он в кружке сидит.
Угу. Вот и вот. Да. Хвостик дорисовываю. Угу. Спасибо, милая. Ой. Раздеться хочет. Ой, спасибо, моя девочка, спасибо. Смотрите, какой Дарина мне букетик приготовила. Спасибо. Спасибо. Надо его в вазу поставить. Ага, спасибо. Со скольки ты говоришь спал? С 10. Ничего себе. 3 часа получается почти. Он Томке улыбается и улыбается. Угу. Опять дальше спать начал. Неужели? Да не, он уже просыпается. Чё, Томка? Чё? Кому нянька-то будешь? Софийке или Матвейке? Матвейке. Всё, Софии не надо уже нянчиться, да? Ты уже сама нянька, да? Сначала нянька, потом лялька? Вот, вот, правильно. Да, да. Ох, просыпайся. Ох, ох. Еще зик. Ну? Еще зик. И зик покатывает. Еще зик. Деда еще боится брать на руки. Я вчера уже брала. Брала же? Еще зик. Да. Я разучилась таких маленьких брать на руки. Томка-то еще меньше была. Я помню, придет врач к нам. Она приходила раз в неделю, наверное. Хотя Томми уже был месяц. Ходила к нам. Да-да. Может быть. Да-да. Да-да. Да нет. И она говорит, ой, ну какая крохотная. 45 сантиметров, что ты хочешь. Считай, 10 сантиметров. Меньше. Ну, думаю, так. Как Матвейке, по колено. Да, да, да. Пускай спит. Дима подстригаться поехал. Девчонки, как всегда, попросили телефоны. Обратно. Хорошо выступили, молодцы. Ага, да, да, да. Мариночка яйца варит.